Добрый день, уважаемые гости моего канала, подписчики. Я вас рад приветствовать, рад новой встрече с вами. Сегодня я хочу вам представить котлеты по-немецки с овощами. Это интересный рецепт, я его делал несколько раз, получается очень вкусно. Итак, поехали. Итак, наши котлеты по-немецки с овощами включают в себя следующие продукты. Это фарш. Можно его взять говяжий, можно говяжий свиной сделать. Это картофель, морковь, лук, чеснок, томатная паста, сметана, можно любой жирности, масло растительное, на котором мы будем жарить наши котлеты. Ну и, как всегда, необходимые продукты – это соль и черный перец. Но прежде чем сделать нам котлеты, сформировать, надо нам с вами все элементы, которые входят в котлету, натереть на терке. То есть будем натирать с вами морковь и картофель. Рекомендуется также натирать еще и лук, но я его очень не люблю, ест глаза, поэтому я поступил по-другому. Когда я молол фарш, а фарш я делаю всегда сам, я смешал на 70% говядины и 30% свинины. И когда молол, туда добавил луковицу большую и зубчик чеснока. Таким образом, у нас уже в фарше находится наш лук и чеснок, и поэтому в данном случае мы будем натирать морковь и картофель. Давайте начинаем. Натрем сначала морковку. Натираем ее на крупной терке. Теперь пересыпаем ее в сотейник. После того, как мы отжали морковку, но наша морковка, вот она, сухая, несочная, добавляем ее в наш фарш. После того, как мы натерли морковку, можно сразу добавить ее в мясной фарш и перемешать. Напоминаю, что мы с вами берем где-то 350-400 грамм фарша мясного. На него у нас идет одна морковь и две картофельные. Морковь мы натерли с вами на картофеле, на терке. Теперь возьмемся за картофель. Также натираем его на крупной терке. Теперь натертую картошку добавляем опять в наш фарш. Все, теперь мы сейчас всю эту массу перемешаем до равномерной консистенции всех ингредиентов. Готово. Сейчас можно немножечко поперчить еще. Когда я делал фарш, я уже его и посолил, и поперчил. Ну, как мы добавили ингредиенты с вами, можно еще побрызгать черного перца, добавить. И добавить немножко соли. Все это перемешиваем. Я мешаю обычно в кастрюле, потому что фарша получается достаточно много, и брать какую-то миску не очень удобно. А в кастрюле борта высокие, хорошо все у нас тут перемешивается, ничего не летит вокруг кастрюли, просто удобно и практично. Все, друзья, фарш у нас с вами готов. Все перемололи, смешали, посолили, поперчили. Сейчас берем, разогреваем сковородку и на среднем огне начнем жарить наши котлетки. Сейчас мы их наготовим с вами, а потом будем уже жарить. Берем с вами сковороду, ставим на плиту, нагреваем ее до температуры, чтобы можно было жарить. Добавляем 2-3 столовые ложки растительного масла. Немножко подождем, пока сковородка накалится. И мы начинаем с вами аккуратненько укладывать наши котлетки. И мы будем жарить котлетку по 7 минут с каждой стороны. Сначала обжарим одну сторону, затем вторую. Первая сторона у нас отжарилась. Берем аккуратненько, переворачиваем их. Прошло еще 7 минут. Вторая сторона наших котлеток готова. А теперь
мы с вами приступим к подготовке соуса для наших котлет, в котором будем еще тушить их 10-15 минут. Так, сейчас мы с вами сделаем соус, в котором еще будем тушить наши котлетки. Берем с вами в емкость 2 столовые ложки сметаны. Берем 2 столовые ложки томатной пасты. Разбавляем 200 миллилитрами кипятка. Все хорошо размешиваем. И этим соусом мы сейчас заливаем наши котлетки и будем тушить еще 10-15 минут. Выливаем сейчас на сковороду наш приготовленный соус. Аккуратно перемешиваем с маслом. И в этот соус мы кладем наши котлетки. Пусть у нас они будут потихонечку тушиться. Но тушить мы их будем теперь уже под крышкой. Так, что тут у нас творится? Ну, красиво все смотрится. Давайте их перевернем аккуратненько на другую сторону. Вот, пусть они сейчас тоже в этом соусе все у нас пропитаются, потушатся. У нас прошел второй этап. Они у нас готовы. Теперь давайте их аккуратненько выложим на блюдо. Сейчас мы еще и польем немножко нашим соусом сверху. Вот они сейчас у нас будут сочными, нежными и под любой гарнир. Итак, друзья, вы видите перед собой продукт нашей сегодняшней работы. Работа была непростая, но в то же время несложная. Зато у нас получились прекрасные вкусные котлеты. Обязательно сделайте, попробуйте. Я думаю, вам очень понравится. Ну а теперь, как всегда, у нас на дорожку, на пасашок, маленький анекдот про котлеты. Кстати, жена ругается на мужа. Муж молча все это сносит, терпеливо кивает головой, потом говорит: «Да, я, Люся, все понял. Это не ты котлеты пересолила, это я, свинья неблагодарная». Вам всего доброго, приятного аппетита, крепкого здоровья. Жду с вами новых встреч. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего доброго, до свидания.